Здравствуйте! Сегодня у нас на обзоре импульсный лабораторный источник питания Мастерам MR3603A. Данный блок питания интересен в первую очередь широким диапазоном выходного напряжения до 36 вольт и тем, что он исполнен в довольно-таки компактном корпусе. На передней панели размещен большой жидкокристаллический дисплей с подсветкой. В нем отображается выходное напряжение, выходной ток и режимы работы устройства, регуляторы выходного напряжения, тока ограничения, кнопка, которая включает выход, и выходные разъемы для подключения нагрузки. На тыльной стороне кнопка включения и отключения источника питания, разъем для кабеля питания, предохранитель. Источник питания довольно компактный, не очень тяжелый, он все-таки импульсный. На нижней стороне 4 резиновых ножки. Внутри мы можем увидеть физически обычный импульсный источник питания. Претензий к качеству сборки и монтажа нет. Сейчас продемонстрируем основные режимы работы источника питания MR3603A. Для демонстрации будем использовать данный реостат. Сейчас на нем установлено сопротивление 10 Ом. Включаем источник питания. Рассмотрим режим источника постоянного напряжения. Например, мне нужно установить напряжение 30 вольт. Устанавливаю напряжение. Включу current на максимум. Подключаю нагрузку. Нагрузка у меня, как я уже говорил, 10 Ом. Включаем выход с помощью кнопки Output. Ну, фактически 30 вольт, 29,9 можно подкорректировать. И ток 3 ампер. Соответственно, поскольку сопротивление 10 Ом, в 10 раз отличается ток и напряжение. Давайте установим 20 вольт. Вольт. Когда нужно отключить нагрузку, можно просто вынуть щупы, можно нажать кнопку Output и уже тогда отсоединить. Теперь рассмотрим режим источника тока. Он же режим токоограничения. Для того, чтобы установить токоограничение, нужно уменьшить ток и напряжение до минимума. И потом немножко довернуть регулятора, чтобы было установлено некоторое небольшое значение. И закорачиваем выходные терминалы. Включаем выход. Ну, например, мне нужно ограничить ток на уровне 2 ампера. Устанавливаю с помощью ручки current 2 ампера. Подключаем нагрузку. Поскольку у меня ток установлен на уровне 2 ампера, сопротивление 10 Ом, соответственно, для обеспечения данного тока источник питания автоматически установил выходное напряжение на уровне 20 вольт. Если я установлю ток 3 ампера, соответственно, источник питания установит напряжение 30 вольт. Например, установлю 0,5 ампера, будет 5 вольт. И, соответственно, что бы у меня ни произошло в нагрузке, там короткое замыкание, в любом случае источник питания автоматически ограничит выходной ток на установленном уровне. Мастерам MR3603A компактный источник питания, который будет просто незаменим при ремонте и наладке электроники. Подписывайтесь на наш канал. Смотрите другие наши видео. До свидания и всего хорошего.